Всех от души приветствую, дорогие друзья. Итак, какое-то 14 сентября. Опять лили, в общем, ливни. Жесточайшие просто. Везде грязюка, ехать тяжело. А я в прошлый раз, я вот опять туда еду, на то же самое место, в тот же самый лес. По дороге через лес, да? Фу, а я в прошлый раз поехал по другой дороге домой. Думал, там по суше получше. Блин, я попал в такую жопу, там вообще капец. Пришлось, короче, пешком идти полностью всю дорогу, практически назад. Фу, сейчас пару раз уже не упал чуть в грязь. Но тут получше, тут еще можно через лес ехать. А там по полям дорога идет. Трактора, грязь вообще страшная. Трактора растаскали, блин. Приходилось в поле залазить. Капец, в общем. Тем не менее, надо фигачить, надо пахать. Пахать до проклятого состояния, потому что, не считая сентябрь, на зиму надо еще 8, как минимум записать 8 видео. Не хватает примерно, чтобы по видосу в неделю выкладывать до следующего апреля. Это будет 7, останется еще. Да, еще 7 останется, да. Фу. Короче, гоним. Надо что-нибудь найти. Надо, в общем, еще будет. Еще 8 раз надо что-то найти, включая сегодня. Блин, сейчас придется обходить. Грязюка везде. Фу. 11:32. Наконец-то добрался до места. Нифига не более-менее задолбался. Половину пути пришлось пешком опять идти, блин. Так, сейчас, значит, фронт работ на сегодня. А вот здесь походить в лесу. Там походить, вот здесь все обойти. Вот вокруг этой березы лежачей. Сходить туда на полянку. Вот так вот туда, сюда. Короче, фронт работ большой. Приступаем. Приступаем. Я, кстати, лопатку подточил. Подточил, чтобы рубить корни в лесу. Приступим. Так. 44 минуты 12. Копнул парочку поздних советов на первые сигналы. Ну и вот, старина наконец-то пошла. Смотрите. Ножик. Попался ножик. Старинный. Неплохо. Кстати, более-менее клинок вроде. Ну, не знаю, надо чистить. Там посмотрим. Ну вот, старинность имеется. Двигаем далее. Так, хожу далее. Монет пока не было, но старое железо попадается. И вот. Какой-то плуг, что ли. Я уже как-то такие находил. О, хорошо висит. Сейчас вон там он. Скидываю на холмик железячки. Потом заберем. Ну что, уже неплохо. Надо куркануть сегодня килограмм 50 бы, да? Чтобы в прошлый раз 50, сегодня 50 по минимуму хотя бы. Уже будет. А то все железо забрали уже в лесу. Никакого железа не осталось спрятанного. Так, продолжаю копать все подряд. Ну и вот замок со вставленным ключом, блин, выпал. Старинность. О, какой ключ. Нашел еще наперсток. Не стал показывать, потом уж в конце покажу. Ищем дальше. Блин, братаны. А на этом месте-то металла дофига. Металл попер вообще знатно. Во. Какие штуки. Это вообще какая-то вон штуковина, вон какая толстая. Сантиметров 10. Какая-то дырка вот. Не знаю, чего это. Что это такое? Подскажите вообще. Интересно, что здесь стояло.
Блин, знатно. Знатно. Фу, тяжело только. Вот этот дерн поганый здесь, травы дофига. И он такой жесткий. Задолбаешься его рубить. Ну смотри, какой металл знатный прет, а. Ищем далее. Ух ты, блин, какая-то латунная деталь. Тяжелая такая. Интересно, что это такое? Какие ваши предположения? Вот здесь вот, вот такая штука. Внутри полая. Но он толстый, нифига, весит. Да, на этом месте металл и цветняк идет. Надо сюда будет еще поздней осенью, когда трава более-менее ляжет, то, блин, все заросшее. О, карабин. Да, старинный карабин от карманных часов. Но часов вроде нету. По-моему, не серебряный, а просто по серебряной, но, по крайней мере, надо чистить и смотреть. Ладно, ищем далее. Так, решил все-таки в лесу ходить. Там задолбался, блин, в траве лазить на поляне. Опять сюда вернулся. Вот я вот там вот велик стал. Сейчас я его опять сюда принесу. А тут, смотрите. Это, блин, какая-то древнятина. Это какая-то древнятина. Вон даже какой-то рисунок был. Не знаю, что это. Может быть, какой-то типа идол или что-то типа того, скорее всего. Мне так кажется. Ну да, да, что-то древнее. Что-то скифское. Не знаю, что только. Ну, интересно. Там вот, кстати, наконечник в прошлый раз попался здесь недалеко. Ага. Блин, интересно. Значит, надо в лесу ходить тут. Докопал я эту цепочку от часов карманных. Вот она порвалась. Вот, карабин. Да, жаль, часов не было в комплекте. Ну, он где-то ходячка. И двушка где-то советская была. Вот сейчас еще вот обойду вот это болото. С той стороны похожу и уже домой буду собираться. Так, время 16:50. Ходил, ну что-то вообще ничего не попадается. Ну наконец-то вроде монеты пошли, вот. Какой-то ранний советик. И еще звенит. А, во, выкопал. О, еще пятнашка, что ли? Да, двадцатка и пятнашка, короче. 57-й. А та двадцатка какого? 55-го. Ух, сейчас по кругу тут все будем прозванивать. Фу-ху-ху-ху. Что-то я подохренел. Еще пешком полпути домой идти. Так, походу, не вся рассыпуха. О, еще. Тоже такой сигнал. Советский. Сигнал советов. Давай смотреть. А, во, во. Еще, походу, двадцатка. Опять. 57-й. Ну что ж, вернем как следует. Хоть находок сегодня и не густо, но зашибись, проветрились в лесу. Да, надо сюда, трава когда ляжет, приехать еще разок. Ой, респект. 17:13. Все, двигаю домой.